В Вашингтоне сегодня эвакуировали персонал Белого дома и журналистов. В западном крыле здания произошло задымление. К резиденции быстро прибыли несколько пожарных расчетов. Как выяснилось, из строя вышел электрический трансформатор. В службе безопасности Белого дома подчеркнули, угрозы для президента США не было. Сейчас все офисы в здании работают в обычном режиме.